Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Четырехэтажные с лифтами рассчитаны на прием 350 человек в смену. В Карачаевске полным ходом идет строительство нового современного здания городской поликлиники. Пьющие взрослые и маленький ребенок без надлежащего ухода. «Вести» откликнулись на историю, опубликованную в социальных сетях, и выяснили, соответствует ли она действительности. Чтобы наш покупатель в режиме онлайн видел, откуда берется продукт. Жизнь буренок в режиме формата реалити-шоу. Инновационная ферма от фирмы «Сатурн». Надо сохранить первичное написание слова «хычин». И упало, и пропало. Что осталось в хычине? В это воскресенье представители благородной профессии отметят свой профессиональный праздник. Строители ветеранов важной отрасли поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза. Ни одна культура не обошлась без мастерства зодчих. Наша республика по праву гордится памятниками древней архитектуры, храмами, башнями, уникальными жилыми постройками, которые привлекают внимание не только туристов, но и мирового научного сообщества. Сегодня труд строителей по-прежнему почетен. Благодаря вам республика день ото дня становится благоустроенней. Карачаево-Черкесия активно участвует до реализации национальных проектов, федеральных программ, реализуют региональные. Благодаря труду строителей разных поколений меняется облик наших населенных пунктов. Один из самых значимых объектов, который сейчас строится в Карачаевске – новая поликлиника. Работы начались в прошлом году и не прекращаются ни на один день. Данная поликлиника будет обслуживать не только жителей города, но и района. Стоит отметить, что даже сейчас недостроенное здание имеет красивый внешний облик. Как продвигаются работы, узнавал Аслан Гирюгов. Согласно проекту, новая поликлиника будет четырехэтажной, три из которых будут надземными. Здание будет рассчитано на прием 350 человек в смену и включит в себя детское и взрослое отделение, а также женскую консультацию. Кроме того, будут установлены лифты, два из которых для посетителей, третий для травматического кабинета и экстренных больных, и четвертый для медперсонала. На данный момент идут отделочные работы. Сейчас ведутся у нас отделочные работы, штукатурные работы, прокладка инженерных сетей внутри помещения. Вот сейчас строим входную группу, сейчас делаем. Делаем вертикальную планировку, готовим под благоустройство. На данный момент идут вот эти работы. А сделано, вот видите, поставлен каркас, крыша накрыта, наружные сети сделаны. Данный объект возводится в рамках проекта развития здравоохранения и размещен на территории действующей городской больницы. Новая поликлиника облегчит работу врачам, ведь у каждого медика будет отдельный кабинет, где они смогут обследовать больных, и наличие дополнительных медицинских учреждений обеспечит быстрое и качественное оказание услуг, которые необходимы в экстренных ситуациях, например, как коронавирус. COVID-19 также внес коррективы в работу постройки. Пандемия везде отразилась, поставщики не работали, немножко была у нас задержка с материалами. Из-за пандемии, из-за того, что поставщики не работали. На данный момент уже все, ну, нас только пандемия задерживалась. Проблемы с материалами не было, деньгами не было, все идет по плану. Значимость строительства новой поликлиники нельзя переоценить, ведь оказание качественных медицинских услуг является самым главным для жителей. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4517. Из них 3383 выздоровели. Госпитализированы 73 человека. Взрослые в семье пьют, а за малолетним ребенком нет надлежащего ухода. А еще дитя нередко подвергается психологическому и физическому насилию со стороны своих родных. Анонимное сообщение примерно такого содержания было опубликовано вчера в одном из пабликов социальной сети Instagram и вызвало волну негодования возмущенных пользователей. Правоохранительным органам удалось выяснить адрес семьи, о которой шла речь в публикации. Сегодня Ахмат Халкечи вместе с полицейскими разбирался в проблеме. Как выяснили полицейские, речь в анонимном сообщении шла о семье Дегтяревых, проживающей в микрорайоне Московский Уйджугутте. На место помимо полицейских оперуполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних выехали и представители органов опеки администрации Уйджугутинского района. Проверяющие сперва пообщались со взрослыми и убедились в том, что изложенная в сообщении информация не соответствует действительности. Никаких признаков по общей визуальной оценке психической или
физического, ну, насилия над несовершеннолетним не было. Не было выявлено. Отсутствовали в том числе признаки алкогольного опьянения у матери, в том числе, что там указывается в анонимном сообщении. Женщина трезвая, абсолютно адекватная. Мальчик для, ну, развит и физически, и психически, ну, в соответствии со своим возрастом. Основания для административного воздействия не выявили и полицейские. Видно, что семья из категории нуждающихся, но в то же время также видно, что и мать старается обеспечить ребенка всем необходимым, резюмирует замначальника оперуполномоченных полиции Усть-Джигутинского отдела внутренних дел Мурат Татаркулов. Тем не менее, как он заверил, все соответствующие следственные мероприятия и экспертизы будут проведены. Будем устанавливать лицо, которое оставило это данное сообщение, и будем проводить дальнейшие, будем назначать судебно-медицинскую экспертизу в отношении ребенка. Состояние ребенка на сегодняшний день, по нашему мнению, и с социальными педагогами разговаривали, общались, оно соответствует его возрасту, пятилетнему ребенку. Он довольно четко отвечает на заданные вопросы, играет. Вы сами видели, но это нам не дает довода не проводить судебно-медицинскую экспертизу в отношении ребенка. Юный герой анонимного доноса сам весьма охотно провел экскурсию по квартире для полицейских и представителей опеки, показал свои игрушки и рассказал, как ему живется в семье. В общении с нашей съемочной группой Руслан Дегтярев рассказал, что ест он 5 раз в день, и поведал о своих предпочтениях. Пельмени любишь, да? Да. И каждый день тебе их готовят. А кто готовит? Бабушка. Бабушка готовит тебе пельмени. А еще что любишь, кроме пельменей? Еще? Ага. Макароны. Угу. А еще? Еще мясо. А молоко любишь? Молоко, да. И каждый день пьешь молоко? Да. Ахмат Халкичев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джугута. Министр внутренних дел Республики Александр Мельниченко посетил участковые пункты полиции в Усть-Джугуте, где ознакомился с условиями службы сотрудников данного подразделения полиции. Он осмотрел отремонтированные оборудованные рабочие кабинеты. Самое пристальное внимание министр уделил организации службы в самом отделении МВД России по Усть-Джугутинскому району. В сопровождении начальника отдела Марата Бадахова он побывал в процессуальных службах, осмотрел вольеры для служебных собак, ознакомился с деятельностью дежурной части и условий хранения оружия. Министр также общался с лицами, содержащимися в камерах для административных задержанных. Александр Мельниченко встретился с руководителями служб и подразделений. Министр подвел итоги своего визита, обозначил ряд задач для оптимизации деятельности отдела. Он отметил необходимость обеспечить принцип неотвратимости наказания, раскрытия преступлений, в том числе прошлых лет. Глава ведомства вручил полицейским ключи от новых служебных автомобилей. Слова поздравления также прозвучали в адрес полицейских, получивших специальное звание. Также состоялось возглавление цветов к мемориалу погибших сотрудников. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на выходные. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью без осадков. Во второй половине дня в горах местами кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Ночью в горах местами до 10 тепла. Днем воздух прогреется до отметки плюс 25. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 15-17 градусов. Днем плюс 33, плюс 35. Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Фирма «Сатурн» не одно десятилетие успешно работает на молочном рынке Юга России, представляя известные бренды «Кавказский долгожитель», «Бабулины продукты», «Добрый молочник» и другие. А недавно здесь запустили онлайн-ферму. Теперь каждый потребитель продукции фирмы «Сатурн» может посмотреть воочию, откуда же берется молоко в его стакане. Подробности расскажет Мурат Джанкезов. Каждый день и каждый час из жизни породистых европейских буренок на Кавказе отныне будет проходить в формате реалити-шоу. Для этого фирма «Сатурн» организовала наблюдение за своей фермой в режиме реального времени. Видеокамеры установлены в 2 локациях. Одна открывает общий вид на ферму, а другая показывает стойло в коровнике.
Компания «Сатурн» идет в ногу со временем и максимально открыта. Прямой эфир – это цель показать нашу инновационную ферму и позиционировать себя как производство полного цикла. И мы хотим, чтобы наш покупатель в режиме онлайн видел, откуда берется продукт, как он производится, тот продукт, который он употребляет каждый день. Компания сделала этот важный шаг из уважения к своим партнерам и потребителям, предоставив возможность каждому убедиться в качестве производимой продукции. Зрители могут удостовериться в чистоте и порядке, оценить условия содержания животных. С утра у нас начинается утро с доения, с 5 утра. И также и кормление, в зависимости от того, какая группа уходит на дойку. Чтобы она приходила к кормовому столу уже готовым. Чистым, сбалансированным кормом. Условия, как вы видите, у нас мы стараемся, чтобы везде была чистота, чтобы был комфорт животным, чистая вода, сбалансированный корм. Онлайн-трансляция ведется на сайте saturnmilk.ru в разделе «Наша ферма». Здесь пользователи могут ознакомиться с общей информацией и найдут план, где расположены значки «Live», после клика на который откроется трансляция соответствующей зоны. Все замечания и пожелания пользователей не останутся без внимания сотрудников фирмы. Мурат Джанхюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия. Всю эту неделю мы подробно рассказывали о наших курортах и гастрономическом достоянии хычинах. Ведь это блюдо не меньше, чем горы, привлекает счастливых туристов. И на этой неделе на нашей странице в Инстаграм разгорелся спор о правописании слова «хычин». Уместна ли буква «и» в этом слове или надо отстаивать букву «ы»? Руслан Каркмазов провел операцию «ы». Учитель русского языка Кулизмана Айбазова дает урок хычинной грамотности. Даже если по правилам великого и могучего после шипящей «че» надо писать «и», то заимствованные слова – это особое правило сохранения культурного наследия народа-донора. А карачаевцы-балкарцы обогатили русскую речь вкусным и загадочным словом. Надо сохранить первичное написание слова «хычин». Однозначно надо писать через «ы». Не надо его трогать. Потому что это национальное блюдо. Его не надо трогать. Надо писать через «ы». Если писать «хычин» с двумя «ы», то не будет ли это звучать грубо в русской речи? Но русский народ на то и великий, что даже букву «ы» ради хычина произнесет нежно и ласково. Вот экскурсия в Тольятти за хычинами. Вот мои ребята. Вот под Самарой городком чистая русская речь и ласкающее карачаево-балкарское самолюбие произношение и написание хычина с двумя «ы». Это было очень вкусно. Мне понравилось. Так почему же на курортах Архыз и Домбай не соблюдают традиционное написание? И хычин через букву «и» – это как-то не настоящий-то хычин получается. Учитель русского языка Кулизмана Айбазова требует уважать букву «ы» в слове «хычин». Хычин вот в первичном написании – это «ы». Это нашими предками это предложено, и это нарушать нельзя. Это достояние народа. В Черкесске мы нашли правильную вывеску. Похоже, у владельца этой хычинной, учительницы русского языка, была Кулизман Айбазова. Буква «ы» – это филологическая начинка хычина, и правильное написание этого гастрономического достояния вместе с мясной начинкой делают хычин настоящим и вкусным. Если даже начинки бывают и сырные, и картофельные, и зелень, то филологическая начинка должна быть единой с буквой «ы» везде. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов, «Хычинные вести», Карачаево-Черкесия. Света, приятного аппетита. Вот тебе настоящие золотистые хычины Эльбруса. Ух ты, спасибо, Руслан. Какое ароматное и вкусное окончание нашей рабочей недели. Итак, мы поставили все точки над «ы». Приятных вам вкусных выходных и как эти замечательные хычины. И ждите только добрых вестей.